Эй, дорогие мои друзья, всем привет! Продолжаем смотреть тачки. И сегодня у нас, как вы поняли, уже болид, потому что больше ничего нет. Ты мне там, блин, побуксуй еще, сучка. Так, прошу прощения. Да, у нас болид получается, потому что там осталось только два болида на той, на том сайте, на Legendary. И давайте-ка смотреть. Итак, ребят, я предлагаю взять вот этот болид с официального арта к обновлению. Хочу взять этот для начала. Так, DR1. Почти 3 миллиона баксов. 3 тысячи нам дали на то, чтобы мы в Макдак сходили, наверное. Итак, цвет. Пускай будет он, наверное, синий на этот раз. Синий я особо не использовал. Я просто хочу разнообразие в цветах, в тех, которые я беру тачки. Но не всегда он получается. Есть у меня предположение, что он, наверное, должен быть в раскраске какой-нибудь белый или еще какой-нибудь. Ну ладно, не имеет значения. В общем-то, давайте возьмем синий, а там разберемся. Может, еще 5 раз перекрасим. Так, заказываем. Как раз у нас есть последнее место в мастерской. Вот под этот болидик. Так, угу. Итого, из 80, почти 6 лямов у меня осталось 67,5. И плюс еще сейчас на тюнинг уйдет еще, наверное, прилично. Ну что ж поделать, такова жизнь, сэляви. Пошли ждать нашу красотку. Итак, что же у нас здесь получается? Если честно, ребят, ни гонки не нравятся эти, ни тачки не нравятся эти болиды. Я вот, вы хоть ругаетесь на меня, хоть что. Ну, я надеюсь, я такой не один все-таки. Но, знаете, прокатиться можно. Но вот если бы не этот ролик, который вы сейчас видите, я бы не стал его покупать, ну честно. Давайте сядем. Так, ну что, модифицируем, да, эту хрень. Поехали. Да, я знаю, что ты сам охренел, чувак, от того, что я тебе пригнал тюнить, но тебе не привыкать, да. Так, кузов. Кузов. На, можно тут всякие штуки мучить, да? Прорези, вырезы. Так. Ну, давайте. Давайте так, что ли, подороже. Дорого-богато. Ни хрена себе супер тормоза. Ты что делаешь, Илон Маск? О, офигеть. Что я сейчас с ней сотворю, вы не представляете. О, вот это лакшери, я понимаю. Давай. Гулять-то гулять, да? Гуляй, брат, гуляй. Глушители. Беленькие, черненькие, синенькие. Синенькие будут, наверное, в кассу. Хотя я не уверен, что я буду оставлять этот цвет. Раскраска. Ну, это понятно. Это сейчас будут все вот эти гоночные раскраски. Так, понятно. Atomic. Atomic. Так. Не, ну на самом деле ничего. О, да. Я, знаете, я вот в этих тачках очень люблю такие какие-нибудь темненькие штуки. Ага. Знаете, мне вот так нравится. Я не люблю, когда слишком яркое все. Но у меня прошлая тачка такая же. Поэтому давайте вот так вот. Не будем менять цвет, сделаем вот так. Я все равно ее продам потом. Так, хотя, может, оставлю на гоночке. Если будем снимать гоночки. Зеркала. Облегченные карбоновые. Дало бы это что? Носовые стабилизаторы, ребят. Вы слышали когда-нибудь об этом? Это просто полосочка, да, вот это вот. Да, сейчас знатоки мне скажут, какая полосочка. Во-первых, это индикар. Во-вторых, это еще что-то. Ну, извините, ребят, не знаток. Просто делаю тюнинг и играю в GTA. Носовая панель. Хотя нафига вы мне так развернули? Не видно же ни хрена. Какие тут штучки разные. Давайте что-нибудь карбоновую налепим. Окраска. Не буду красить. Не хочу. Дело не в краске. Верхние стабилизаторы. Угу. Они, надеюсь, хоть что-то дадут мне вообще, эти стабилизаторы-то, или нет.
Так, спойлер. Вот спойлер мы сейчас замутим. И чем больше, тем лучше, да? Не, я хочу вот такой. Мне так больше нравится. Трансмиссия 50 тысяч, турбонаддув 50 тысяч. Отлично, ребят. Обновление прям для этого. Явно не для бичей, да? Колеса. Мы же можем колеса менять, да? Опачки, опачки. Сейчас мы сделаем что-то. Какие сексуальные колеса, вам не кажется? Так, отлично. Есть цветные, есть нецветные. Какие хотите, ребята? Ну да, самое оно, за 50 тысяч колеса покупать, да? Ну, так пускай будет, 70-х. С кромкой. Без кромки или с кромкой? Оставим вот так вот. Так, цвет колес. Черные. А можно мне их сделать под цвет машины хоть как-то? Ага. Ну, давай вот так вот. Пускай будут. Так, шины. Дизайн шин. А, тут еще можно на разные надписи замутить, да? Жалко, синих нет надписи. Было бы здорово. Давай вот так. Улучшение шин. Пылестой. Я не знаю, зачем я делаю пылестойки там, где я, в принципе, не собираюсь особо играть. Так. Ну и все, поехали кататься. Надеюсь, утро там настало уже. Правда, не для таких машин наши дороги, но почему нет? Ну, утро еще не совсем настало, но уже где-то рядом. Стоять! Да, ребята, это, конечно, весело. Больше всего мне нравится в салоне, как выглядят такие машины. Так, отъехали, у меня машина дороже, чем ваша жизнь. Вот так вот представляю себе пилоты Формулы-1. А, у него шкерс еще есть. Сейчас подмутим, сейчас выйдем. На ней можно челленджи на скорость сделать, да? Если, конечно, эти челленджи как-то хоть... А если байки разбить, что будет с ней, с этой машиной? Да ни хрена с ней не будет, блин. Удивляют они. Так. Ну что вам сказать? Эту тачку не оценить просто по дороге. Это надо брать гоночку и катать эту гоночку на этой тачке. Ну, я бы... Ну, просто я тачки назвал. Понятно, что это не... Ее как-то машиной-то назвать не совсем можно. Но, тем не менее... У него есть все, что надо для того, чтобы погонять и ртом мух половить. А остальное все... Уж не столь важно, да? На самом деле, эти машины должны быть очень управляемые в плане поворотов. Так, ты что? Подожди, секундочку, ребят. Секундочку. Ты что хочешь, я понять не могу. Ты что, мою тачку захотел себе, да, сучка? Вот так вот. Так, у меня уж что-то от нее отлетело. Может, ее раздолбать попробовать об что-нибудь? Давай-ка попробуем. Хотя вряд ли у нас это получится. Ну да. Это тяжело будет сделать. Это надо очень много манипуляций, чтобы ее... Так, а что она не рулит-то? Или все уже? Или уже все? Или уже не надо, типа, рулить-то? Да. Ну, в общем-то, ребята, болит он и есть болит. Что тут говорить? Как бы добавить нечего. По скорости я уж не знаю. Это надо уже смотреть зарубежных чуваков, которые сравнивают. Мы можем только вот... Чуть-чуть байки разбить и посмотреть, что с ними будет. Хотя ничего хорошего с ним не будет. На самом-то деле. На самом деле он рулился очень даже неплохо, пока я не сбил вот эту переднюю фигню. Теперь он выглядит как-то странно. Как штекер от старых наушников. В общем-то, ребята, сами судите. Надо, не надо, но... Давайте будем честными, ребят. Я не буду смотреть вторую тачку. Потому что для меня обе эти тачки, они одинаковые. С одинаковым тюнингом, который еле заметен. Там кое-где что-то меняется. Какие-нибудь там штучки, фенечки.
И давайте я вторую смотреть не буду. Просто потому, что не вижу в этом никакого смысла. Хотя будет голодание по видосам, может, и сниму. Но в самом конце. Так, ну что ж, пишите мнение, делитесь информацией, если у вас какая-то есть про эту машинку. И увидимся в следующий раз. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.